многие компании собирают большое количество данных. На основании этих данных хочется получать какие-то инсайты, принимать data-driven решения и генерить новые продукты. Специалист Data Scientist как раз этим и занимается. Спрос на них огромен, и рынок недонасыщен. Компания Мегафон привлекательна прежде всего большим объемом данных. На основании этих данных мы предсказываем потребность наших абонентов в услугах. Второй пункт – это интересные задачи. Их большое количество, и далеко не все понятно, как решать. Это является вызовом для Data Scientist и, как я считаю, очень большим плюсом. Лично я заинтересовалась машинным обучением Data Science еще во время своей учебы. Я начала работу с городскими данными, что привело меня через некоторое время в компанию Мегафон. Здесь мне встречаются сложные, но интересные задачи каждый день. Мы обладаем большим индустриальным опытом в решении задач с помощью машинного обучения и готовы этим опытом поделиться с молодыми специалистами. Мегафон совместно с онлайн-университетом Geek University подготовили для вас четверть по машинному обучению. В рамках нашего обучающего курса мы рассмотрим конкретный прикладной опыт и несколько кейсов компании Мегафон. Так как курс у нас практический, то задачи будут максимально приближены к индустрии. В конце курса вас ждет финальный проект. Вы сможете собрать все свои навыки и знания и применить их для решения реальной задачи. Выполненные вами работы никуда не пропадут. Вы можете собрать из них портфолио, которое поможет стать вам частью нашей команды. Область анализа данных в последнее время очень динамично развивается, и нельзя упускать ни одной возможности для получения новых знаний. Освоить машинное обучение и применять его на практике вполне возможно. Главное – желание и регулярность занятий. Мы готовы вам помогать расти и развиваться. Обучение Data Science начинается с тебя.